Когда случается любовь с большой буквы, когда живешь, дышишь, смотришь и воспринимаешь всю окружающую действительность только через образ единственный, неповторимый, любимый или любимого, зависит от вашего пола. И ребята это передали. Какие средства они нашли для передачи? Как у них это получилось? С моей точки зрения, мы только что видели сильнейший номер сегодняшнего дня. Спасибо им большое. Они достойны. Конечно, Петя потрясающий творческий человек, виртуозный.